Епископ Константин Бендес, первый заместитель начальствующего епископа Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, член экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных организаций, посетил Пензу. В церкви «Живая вера» он провел семинары для священнослужителей евангельских церквей региона. Основная цель семинара – это попытаться вместе увидеть Божью волю относительно места церкви в современном обществе, здесь на земле. Также мы пытались увидеть, и, как мне кажется, это получилось, наше взаимоотношение с органами государственной власти, с различными институтами и общества, и государства, потому что Господь об этом во всем говорит в своем Писании и о людях власти, о царях, которых нужно чтить, и о церкви, о братстве, которое нужно любить, и о Боге, которого нужно бояться и также любить всем сердцем, душой и разумением. Главной темой встречи стали отношения церкви с государством, с обществом и со средствами массовой информации. В перерыве между семинарами был организован общий обед, в ходе которого служители также могли в неформальной обстановке задать интересующие их вопросы епископу из Москвы. Мы получили очень много ответов на волнующие наши вопросы. Действительно, много узнали из истории нашей страны о протестантских церквях. Все замечательно. Спасибо большое организаторам. Я доволен сегодняшним днем, сегодняшним семинаром, который прошел. И я верю, что какие-то будут изменения в наших взаимоотношениях, в наших взаимоотношениях с властью и в наших взаимоотношениях с обществом. Мне было очень приятно то, что сегодня многие пасторы различных деноминаций собрались здесь, и мы могли вместе общаться и слышать полезную информацию, которая по-настоящему, я думаю, поможет нам в том, чтобы наше служение, наши церкви были более эффективными, и поможет также в том, чтобы выстроить грамотные отношения церкви и общества. На следующий день состоялось торжественное служение в церкви «Живая вера». Член Всемирного христианского совета Олег Серов представил присутствующим епископа Константина Бендеса, который затем поприветствовал церковь и поделился Словом Божьим о том, что нужно выбирать и следовать истинным путям Божьим в своей жизни. Хочется выразить огромную благодарность Константину Владимировичу Бендесу за эти семинары, которые он проводил в нашем городе. Это очень нужная информация для каждого служителя Божьего. Огромное спасибо за то слово, которое он говорил на воскресном богослужении, потому что очень актуальное, очень сильное, благословенное слово. Действительно, огромное количество лукавых вещей, которые расставляют как сети на нашем пути дьявол, они увлекают огромное количество верующих только потому, что мы не видим эти сети и не осознаем всю опасность даже самых, как нам кажется, мелких таких вещей, но они действительно являются очень опасными, и нельзя легкомысленно относиться к ловушкам дьявола, которые он расставляет на пути верующих людей. Сергей Киреев, Павел Шишкин, медиагруппа «Живая вера», специально для телеслужбы «Благих новостей».